Сладко, нет? Ой, дорогие друзья, я хотела сказать, что у меня, к сожалению, блин, какие-то проблемы со связью, я не знаю, какие. Вот, поэтому эфир так прервался внезапно. Я просто... А это сейчас обязательно делать, да? Нет. Ну, понятно. Сейчас я выключу. Я просто ничего, когда у тебя ничего не было. А слышно? Ну, очень. Может, нет, спроси. Поэтому я вышла вам сказать, что... Если не очень, спроси. Очень, мне. Всем привет, привет. Я тоже хочу сладенького так. Я тортик хочу. Тортик, да? Угу. Прагу. Ну, прагу я бы тоже не прочь. А лучше бы нам принесли бы. Надо же. А сегодня одним провоцируют, завтра другим. Кого провоцируют? Скажись от матери. И ты это сделаешь, как тебя можно так строить. Это ой, мам, все, ты мне надоела. Да я понимаю. Это нормально. Это нормально. Ну просто я подумала, что люди какие-то... Я столько ем, это кошмар. Ничего ты не ешь. Все, это заканчивается еда. Так, мам. Мы сейчас будем есть конфитюр из ананасов. А что такое конфитюр? Покажи. На тебе, вот. Конфитюр из ананасов, смотрите. Такой вот. А что? Сейчас открою. А что это? Ну, что это? Конфетюр. Конфетюр типа варенье, дочь. Ну, давай. Давай. Смотрите, какие у меня волосы короткие сзади. Кстати, девочки, не забывайте, пожалуйста, писать комментарии под моим последним постом, потому что у вас есть возможность выиграть роскошные духи от Брикур. Какие можем? Вот эти вот. У тебя есть они, да? Конечно. Давай. Маша, я что-то не могу открыть варенье. А, открыла. Все, открыла вареница, смотрите. Это ананасовая. Вот. Я думаю, все, глаз меняется. Это потрясающие духи. Брикур коптив. Поэтому, вот. Под моим последним постом. Оставляйте свои комментарии, и тот, кто оставит их больше всех, тот получит этот потрясающий аромат. А как ты узнаешь, кто оставит больше всех? А, у меня программа, которая определяет. У меня все честно, без пиздежа. И бриллиантовое кольцо мы это сами. Да, это я знаю. Духи супер, но мне не везет. А, но может повезет в этот раз, ты что? Главное в этом деле вера, как говорится. Машуля и мамочка Олечка, приветик, приветик. Побежала я кофе сделала, с вами попью. Давай, дочь. А мы чаек. А мы вот чай. Попить. А мы тоже кофе, да? Нет, кофе мы не пьем. Хочу кофе сейчас пить на ночь. На ночь не ночь. Ночь. Не хочешь свой цвет волос? Вот мой цвет. Вот он, просвечивается. Нет, не хочу. Ой, Верочка, привет, моя любимая. Какая наша Вера? Да. Вова, ты с Верой жил, идиот! Кто цветы подарил, друг? Ну, ты же не знаешь, кто. Ну, я не знаю, но явно не подруга какая-то. Чего ж тут греха-то таить? Машуня, да. Так, сейчас водичка сделается, Маш. Я хочу яблоко. Дай помолвать. Нет, нет, нет. И кофе хочу. Нет, кофе, Маш, не надо кофе. Почему? Отдыхай, отдыхай. А что мне отдыхать? Завтра суббота. А, блин, у меня завтра съемки. From the USA. Ой, а где Алена Купер, кстати? Ну, у них же другое время, Маш. А, кстати, Алена бывает выходит, выходила к тебе. Ну, нет. А, нет, это завтрак. Маш, выпей коньяка. Мам, дай коньяк, пожалуйста. У нас нет. Ну, пожалуйста. Ну, это не серьезный подход. Сегодня пятница, я не могу пить кофе. Может, даешь рыбку, и все. О, яблоко. А я у Малахова взяла яблоко. Привет, мои девочки, я скучаю по вам, но как-то мне до вас дать икру провести. Я долго болела, в отпуске началось. Вер, давай, приезжай. Мы тебя ждем.
Завтра уходим в гости. Если я пойду на дом 2, что меня ждет? Я не знаю, что тебя ждет, если ты не пойдешь на дом 2. Лучше идти. Да, вот я тебе помню. Пойми, дочь, лучше всегда сделать, чем не сделать. Ты не доешь, да, Маша? С Катей общаетесь? Нет, что-то в последнее время. Кисло. Дай Вове. Вове быстро дай, он очень хочет. Скажи про Бузову. А, кстати, это я прочитала, что сестра ее закрыла свой салон. Ну, ну, закрыла и закрыла. Потому что что-то у нее там не зашло, с своим партнером. Я прочитала. Я смою кладку в понедельник сразу после батла. До батла смывать смысла нет. А то скажет, покрасить черный, сбрить на лысо. А я пойду делать все. Да, это правда. Че? Зря тратить свои силы на мытье головы. На что живете? Ну, на то, что я сутками работаю, на то и живем. Чего я тебе желаю? У меня какие-то проблемы с телефоном. Я не знаю, с чем это связано. Всем мои кудри нравятся. Мне сегодня Малахов сказал, что мне очень идут. Как тебе дава? Ну, честно, не сосала ему. И не спала с ним. Поэтому оценить его в полной мере как мужчину я не имею возможности, к счастью. Главное, чтобы нравился Бузовой. Это, знаете, как одна скажет, у него вот такой, а другая, которая любит, скажет, о, у него вот такой. Вот. Поэтому что? Что обсуждать? Что-то все смеются. Сургут, привет. Привет. У кого что болит? Да. У меня хронически не даёт. Поэтому вы не обращайте внимания на мои разговоры. Ты будешь? Я сама хочу. Бови. Ну ты дай ему. Я голодная. Ну хорошо. Я не могу отдать ему последний кусок яблока. Я бы отдала. Я вот знаешь, Марк, не знаю, не скушать, пока не покормлю Володю. Жамал, привет, родной. Что с прической? Я не мыла 2 дня голову. 2 дня? Ты вот что? Собрала крабиком. И чувствую себя звездой. Опять пьешь? Конечно. Я каждый день бухаю. А что еще остается? Я отражение российской действительности 2020 года. Женщина, которой 30-летник, не замужем, детей нет, живет с мамой. Собака питается скромно, без излишеств, которые за справедливость, которую не взяли в эскорт, как говорится, по возрасту не прошла. Маш! Что поделать? Ничего. Все, поставила чаечек Маша. А, так вкусно. Конфитюр обалденный. Я сейчас еще сделаю. О, Ливан пришел. Не может быть, не прошло и полугода. Привет, родная. Мам, а зачем ты машешь на хлеб варенье? Очень хочу. Ну ладно. Раз хочешь, то надо. В моем возрасте, как говорил мой
Мам спрашивает, что ты делаешь? Мажу конфетюр на хлебушек. Так и отвечу. Маша, знаешь, Ратибор. У нас Ратибор собаку. Куда ты брался? Маша, зачем меня попробовать? Давай, может, ты нет, то я ем хлеб с конфетюром. А что ты стесняешься? Полстраны у нас считают за роскошь съесть хлеб с джемом. В смысле, отверни. Нет. А что тут такого? Что много ем хлеба. Так что это не черную крылышку ешь? Или что? А что отворачивать? Сегодня пятница. У кого торт, а у кого хлеб с джемом. Поверь, вот у меня в эфире люди поверь, простые. Поверь, Машенька, у меня это лучше, чем торт. Это просто... Ну, ты сейчас не оправдывай. Не оправдывай отсутствие торта тем, что хлеб с джемом это лучше. Лучше. Ты прекрасна. Ну, это, конечно, это как бы... Вы только сейчас поняли? Ну, как же так-то? Маш, ты права, джем огонь. Ну, конечно, огонь. А что ж? У нас все огонь. Пока мы живы, дорогие друзья. Все огонь, да. Здорово, пока живы наши родные, то все хорошо. Понимаете? Ну, у людей могут быть миллионы денег, а они очень несчастны. Поэтому все не так плохо. Хватит кормить собаку, я сказала. Это яблочко. Он сдохнет от яблока. Яблока нет. Маш, хватит. Сейчас хотят выгнать Диму и Олю. Как ты думаешь, Дима сможет обеспечить двоих детей и жену? Да дорогие друзья, смогут. Честно вам скажу, если люди смогли пробыть на доме 2-10 лет, после этого они смогут все в этой жизни. Вот поверьте. Вы за них не переживайте. Во-первых, их не выгонят. Во-первых. Во-вторых, у них квартира. Во-вторых, в Москве. Во-вторых, Дима Толя никуда не уйдет. Никогда. Я только хотела сказать это. Потому что он кто у нас? Лопух года. Лопух? Нет, он уже, подожди, он уже император или кто-то там. Вот, тем более. Так что вы за них, пожалуйста, не переживайте. Это семья, которая никогда не пропадет. Оля будет телебонькать, если что. Потому что как бы лицо не будут показывать. А, с фильтрами же можно, все шикарно. Дима будет на гитаре брынкать. Петь. Шикарный тандем. Я думаю, все получится у них. Я желаю им счастья. Они очень хорошие люди, достойные. Дом 2 без Рапунцели пропадет нафиг. Вы знаете, продюсер Дома 2 сказал одну очень важную вещь. Дорогие друзья, незаменимых людей не бывает. Поэтому поверьте мне, Дом 2 не пропадет без своего гениального продюсера, который там сейчас есть. А так... Все хорошо. Вот. Ты его примешь, Димочку? Ну, вы знаете, не горю желанием. Не горю, честно скажу. Пожалею, принимать не приму. Вот, такие дела. Кого считаешь самым справедливым ведущим? Да вы знаете, как считать ведущими справедливыми, если они через ухо работают? Понимаете? Тут... Я не знаю, что сказать. Все люди, как говорится, подневольные. Тебе налить кипяточку? Нет. Покажи Вову. Вова под столом. Он отказывается. Сейчас, если бы предложили бы на проект Дом 2. А что мне там делать, дорогие друзья? Вы понимаете, всегда настает батл воскресенье. Время, когда нужно уходить. И чем раньше ты уйдешь и как бы начнешь самостоятельную жизнь, тем будет лучше. Вот. Поскольку все мы приходим одинаковые и уходим одинаковые. Если кто-то думает, что станет после Дома 2 звездой, то это глубокое разочарование ждет этих людей. После Дома 2 нужно работать раз в 100 больше, чем до Дома 2. Во-первых, потому что ты фрустрирован. Во-вторых, потому что тебя не учат, как жить после Дома 2. В-третьих, потому что ты думаешь, что ты звезда и не хочешь идти на обычную работу. Многие начинают пить.
Многие начинают употреблять запрещенные вещества. Многие думают, что это время, то, которое было лучше в их жизни, дальше ничего не существует. Короче, много всяких подводных таких течений, которые тяжело переживаются после ухода с проекта. Вот. Какой у тебя букет? Покажи. Да вот с тремя лентами. Ничего необычного. Всем привет, дорогие друзья. Всех очень рада быть в эфире. Маша, на ДВ2 больше нет шансов найти себе мужа. Да ну, а когда на ДВ2 был шанс найти себе мужа? Это большая случайность. Это вот Даша Пынзель, Майя там с Лешей, Марина с Ромой. Больше нет. Ну, кто там? Оля с Димой, ну я как-то... Нет, Оля нашла на стороне. Она... Оля нашла на стороне. А, она уезжала вообще за мужем, поэтому... Не знаю. Бузова продала душу дьяволу, поэтому и стала известной. Я не знаю, кто такой дьявол. Думаю, что все бы продали этому дьяволу свою душу. Тут, я думаю... Зачем Вову Вовой назвали? Ну как? Глупый вопрос. Вова — это Вова. Все. Дорогие друзья, у меня так нос болит, кошмар. Сил тебе побольше, хорошего настроения. Спасибо большое. Нет, в Доме 2 ты никому не платишь за участие, поскольку рейтинги программы намного важнее, чем взятки каких-то одиноких лиц непонятных. Как ты хорошо сказал. Блин, опять уведомление не пришло. Слышал, что после первого ребенка теперь дают материнский капитал. Я не знаю, как к этому относиться, поскольку я боюсь, что многие женщины будут рожать для того, чтобы получить деньги, или это только в браке дают. Вот дай бог, чтобы это только в браке давали. Не знаю. Какой размер? Батл стартует в воскресенье, утром в 10 утра. С крещением Иисуса, спасибо. Чем вечером будешь заниматься? Да у меня, знаете, дел много. Скрипкой займусь, спать лягу, тренинг сделаю, пообщаюсь со Вселенной. Практиками позанимаюсь. Дай совет, как выйти из невроза. Ты просто пойми, что это хуйня и выдумка. Ой, все, не могу. Вот это я не могу. Вот и все. Если ты будешь его бояться, все, ты из него никогда не выйдешь в жизнь. Маш, сколько ты заплатила за грудь? Я... Ничего за нее не платила. Если бы мне нужно было за нее платить, я бы этого не сделала. Я айфон-то себе жлоблюсь купить, а вы мне про грудь говорите. Да я бы ходила со своими двумя обвисшими и радовалась. Ну, не то чтобы радовалась, конечно, но сейчас тоже непонятная ситуация, потому что как бы импланты лопаются, их нужно менять. Это тоже малоприятно. Ты красотка. Благодарю. Беркову, знаешь, ну, конечно, это же девушка, которая с Ромой Татьяковой, я помню тогда, и она оказалась, снималась в порнухе, да? Я совершенно ее не осуждаю. Это здорово. У каждого разный вид творчества в этой жизни. И такие люди нужны, потому что многие, кто живет, например, там вот где-то на Кавказе, которым... не могут спать с женщинами, потому что у них там это не принято. Они смотрят порнуху, и они счастливы. Они, ну, это же сказка. Это же роскошно все. Поэтому любая профессия, я повторюсь, она важна. Наша любая. Маш, без нарощенных волос ты лысенькая уже совсем. Ну, не жалейте меня, все нормально. Все хорошо. Это не тот повод, из-за которого нужно переживать. Переживать можно, когда ты лысый из-за каких-то, не дай бог, онкологических заболеваний. А так-то это хуйня все ебучая, на то, что вы обращаете внимание. Внешность. Это как портрет Дориана Грея. Какой человек, такая внешность становится. Поэтому, если вы добрая, то у вас будет так и внешность меняться сложно. Так кто по профессии? Звезда. Вот. Чего вы спрашиваете глупый вопрос? Это же так очевидно. Вот. Привет из Донецка. Машка, ты умная, супер. Ну, конечно. Ну, два высших образования, ты что, зря, что ли, получала? У меня родители как старались. Они меня с детства дрочили. Говорили: Маш, если ты не получишь образование, то ты будешь никто. Представляете, как наебывали? Ужас. А так бы с детства кайфовала.
Нет, это все шутки, потому что на самом деле образование – это неотъемлемая часть, особенно для женщины. Вот. Поскольку мужчина-то может еще себе найти там бабу, потрахивать престарелую, а вот женщинам они только до 25 нужны, мужчинам. А потом она либо становится личностью и чем-то интересует уже людей вокруг, либо она становится женщиной, которая глубоко несчастна, к сожалению. Приедешь ли ты в Казань? Да я, знаете, человек мира. Я сегодня здесь, завтра там. Ты красотка. Ну, с фильтрами мы все красотки. Я бы с удовольствием, дочь. Ну, мне же никто не покупает. Поэтому... Вы супермузыканты, конечно. Почаще выходи в эфир. Машу, передай привет Юле Нагаевой. Передаю Юлечке. Может, ты сейчас сядь, да? Не буду. Образование и ум – это разные вещи. Не скрою. Я тут даже спорить не буду. Может быть, человек образованный, а такой тупой по жизни. Поэтому и ум, и образование, и талант – это все в совокупности может составить бомбу, да, которая взорвет. А если это все по отдельности, то это никому нахер не нужно. Ну? Идешь завтра в церковь. Я так скажу. Я не считаю, что это необходимо. Более того, мы сегодня сидели с батюшкой, он сказал, что на крещение церковь никогда не говорила, что нужно купаться. Это все выдумки. Поэтому главное верить. Верить внутри себя. Вы знаете, можно там быть конченной мразью и ходить при этом каждую воскресенье службу стоять. А можно быть человеком прекрасным и верить в Бога внутри себя. И стараться жить правильно, по закону Божьим. Вот это, мне кажется, намного ценнее, чем прийти в церковь или сделать фотку около храма и сказать, ну, всем вам добра. Нет, это не в этом измеряется добро. Добро измеряется в каких-то великих делах, которые ты делаешь. Ну, или просто ничего не делаешь, а не доставляешь никому ничего плохого. Курица ёбаная. Неплохо. Курицы, они, да, они должны быть ёбаные, иначе как они яйца-то будут нести? Ну что, дорогие друзья, это всё правильно. Когда у русских крещение купание? С 18-го, 19-го, наверное. Мне кажется, она под чем-то. Ну, ты знаешь, когда кажется, нужно креститься. А можно и не нужно. Вот. Маша, не слушай, дур. Да я, знаете, никого уже давно не слушаю. Я сама по себе. Смогла бы простить измену, но смотря ценой чего. В своем браке я прощала измену и заболела анорексией. Но лучше не прощать, потому что вот человек, который предает, по статистике он будет предавать еще раз. Ну, что, один раз-то можно. Один раз. Но опять же, не уверена ни в чем. Ладно, дорогие друзья, я пойду, подумаю о жизни. Люблю вас очень. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Пока. Выключается.